13. В завершении этой группы Андрей Лазукин. Группа Алексея Николаевича Мишина выстроилась возле бортика. Сложное вращение поставлено в самый конец программы. Одна позиция сменялась другой, сменялась, да и все смениться не успели. Чем чревато исполнение вот таких сложных вращений в самом конце программы? Тем, что велика вероятность вместо четвертого уровня, на который явно пытался натянуть это вращение спортсмен, получить весьма вероятно, что первый из большого количества, ну, первый из малого количества позиций и оборотов, которые он успел сделать до окончания музыки, да еще и получить отдельный минус от судей за то, что все это не уложилось в музыку. Очень быстро посчитали судьи сейчас результат Андрея Лазукина, я так смотрю. Еще повторы не закончились, а у них уже, по-моему, все готово. Да, 60-41. Меньше, чем у Жана Буша. Чуть больше, чем у Феодосии Ефременкова. На данный момент предпоследнее место. Спортсменов из
Петербурга Александра